дорогие друзья, Молчановка совместно с книжным магазином «Букбокс» рада представить вам выдающегося популяризатора математики современности, ректора института Дмитрия Пожарского Алексея Саватеева. Друзья мои, ну спасибо вам всем, что вы пришли. И еще я хочу сказать странную вещь. Простите, что я 3 года назад сменил все-таки Иркутск обратно на Москву. Простите меня. Ладно. Я не хотел, но так вышло. Вот. Значит, еще вот некая удивительная вещь, перед тем, как мы перейдем к математике. Вот есть Гриша, которому я очень благодарен, и Лариса Александровне тоже. И вот это явно какая-то вот большая тусовка, да, вот вокруг Молчановки. И эта тусовка каким-то невероятным образом не пересекается с тусовкой, которую я здесь хорошо знал, вокруг Сашки Филатова, который вон там сидит. Вот, так вот, было бы странно Иркутску иметь 2 разные большие высокоинтеллектуальные тусовки, правильно? Поэтому их надо слить воедино. Соответственно, Саша, Гриша, вот... Адреса сливайте, будет гигантский спам-список на весь Иркутск. А может потом выяснится, что есть еще какая-то огромная тусовка, да? Которую уже и мы все не знаем, кто здесь присутствует. Вот. Ну что же, значит, я хочу несколько частей сделать. И вначале для разминки мозга блиц-вопросики такие, блиц-задачки. Ну, например, вот мы... В Больших Котах у нас там домик, мы там отдыхаем, вот, то есть я на самом деле не совсем уехал, каждое лето мы возвращаемся надолго в эти края, и вот у нас насос, который из Байкала водичку сосет, ну, то есть высасывает водичку, и вот как-то я включил насос, а какие-то идут 2 и говорят, ты смотри, весь Байкал не высоси. Ну и я придумал задачу. За сколько лет я высосу этим насосом весь Байкал? За сколько он пополняется? Нет, нет, если вот отключить все реки. Ну, математики, они с чем имеют дело? Со сферическими конями в вакууме, да? Сферический Байкал в вакууме отключает все реки. После этого мы начинаем сосать воду из него. И вот вопрос, за сколько лет мы высосим весь Байкал? Какой объем воды? Ну, это тоже вопрос, это математика плюс география, да? Хорошо, а поднимите руку, кто знает объем воды в Байкале? 20 миллионов. Так, ну это маленькая ошибка, всего на 3 порядка. То есть 27 тысяч. Значит, 27 тысяч кубических километров. Да, ну хороший вопрос, с какой скоростью мы высасываем. Действительно, ответ будет зависеть, но будет отличаться, ну, может быть, на 1 порядок, да? То есть очень хороший насос от очень плохого отличается на 1 нолик вправо. То есть будет либо вот x лет, либо 10x лет, либо что-то между. Ну, там, возьмите какую-то абстрактную скорость, типа литр в полминуты или что-то в этом духе. Ну, хорошо. Наверное, 10 секунд литр — это уже соответствует реалии. Нет. Ну ладно, пусть будет, ну, так как бы, какая, в общем-то, разница. Ну, если быстрее, будет немножко быстрее. Значит, 10 секунд литр, да? Это называется, на самом деле, у меня в последние пару лет оформился такой, как бы, круг сюжетов, коротких, которые... О, я тебе должен книгу за вчерашнюю победу в конкурсе «Сколько дней рождения совпадает», правда? Как тебя зовут? Леня. Леня выиграл вчера книгу при удивительных совершенно условиях, да? Значит, мы гадали, сколько... Это был Байкал Лайф? Да, вот она, да. Значит, а давай прям подпишу самое чем-нибудь. Подпишу, или может у Лени есть ручка. В общем, был Байкал Лайф, супер фестиваль, без всякого привлечения, лучший фестиваль на свете, который есть, а я видел много фестивалей, я знаю, о чем говорю. Самый лучший фестиваль — это Байкал Лайф. И вот на нем была лекция по математике моя.
И мы в какой-то момент стали выяснять, сколько совпадений дней рождения будет в зале, в котором мы находимся. Ну и кто-то там поставил на 0, кто-то на 1, кто-то на 2. Ну там потом поставили там на 3, на 4. Ну там 5, допустим, 6. И вдруг Леонид говорит, а я ставлю на 10. А пропустил предыдущий. Да, но потом там предыдущий тоже заняли, больше 10 никто не решался ставить. Что все были уверены, что совпадение, ну, так было видно по лицам, что скорее люди верили в 2-3 совпадения. А было 10 совпадений, и при том количестве народа, которое вчера было, это, ну, как бы, я ожидал примерно этого. Даже я думал, что, может быть, повезет так, что ни один из ответов, да, не будет верным, будет больше всех. Но вот самый большой ответ, Леоня, значит, Леоня догадка, так, Леоня от автора... За блестящую догадку. Вот. И подписываем вчерашним днем. Потому что это было вчера. Держи! Поздравляю тебя. Ну вот. Ну что, давайте проведем быстрое вычисление, да? Вот один из таких сюжетов — это арифметика вокруг нас, вот этот круг сюжетов, арифметика вокруг нас, таких коротких сюжетов. 10 секунд литр, да, хорошо. Нам нужно в литрах теперь измерить объем Байкала, ну, 30, округляем до 30 тысяч. 3 на 10 четвертый кубокилометров. Сколько в кубокилометре литров? 6-й, 6-й, 9-й, 10-12. Отлично, молодцы! Есть еще математики на Руси, не перевелись. 10-12. А почему? Потому что сколько в километре, дециметров? 10-4. Возводим в куб. Степени перемножаются. Получается 10-12. Значит, соответственно, получается вот такой вот у нас объем Байкала-то 3 на 10 16 литров. Отлично. Итого 10 секунд литров. 10 секунд, значит, литр за 10 секунд. 3 на 10 в 17 секунд. Как вам? Ну, нужно в года. Но есть такая формула, которую удобно использовать. Что 30 лет — это миллиард секунд. 30 лет — это миллиард секунд. А миллиард — это 10 в какой? 9. Значит, 10 в 9 умножить на 3 и на 10 в 8, да, получается? Вот так. Значит, 10 в 9 секунд — это 30 лет. Значит, 3 на 3 на 10 в 9 или 10 в 10 степени лет. 10 миллиардов лет. Мы высосем Байкал за время, которое прошло с Большого взрыва. За время жизни Вселенной. О чем я и сообщил случайным прохожим большим годом. Ну, так, по правде, я ее уже раньше решал, мне было интересно, за сколько времени можно следить. Ну, а в этот момент, как бы, она была настолько актуальна, вот, как математика, да? Вы зачем-то решаете эту задачу, и вдруг вы, у вас есть шанс блеснуть этим знанием прямо здесь и сейчас, когда я, посмотрев на них, сказал, произведя несложное вычисление, получаем, что мы это сделаем за 10 миллиардов лет. Ой, простите, мы пошли. Больше не говорили нам, что мы высосем весь Байкал. Потому что это очень долго. Так, ну еще раз миночка для мозга. 29 февраля 2020 года. Довольно уникальная дата, но для нас она уникальна во много как бы раз уникальнее, чем для всех. Для всех эта дата уникальна тем, что 29 февраля бывает раз в 4 года. Но я хожу в Москве, так вот за колонной, наверное, ничего, да, не разглядеть, как нам поступить. Может быть, я буду то придвигать в центр доску, то обратно отодвигать, да?
Вот так, когда будут тут что-то показывать. Вот так, так там, да, не видно. Ну, так, так лучше, да, немножко стало? Так, так вот, для нашей лыжной группы это еще уникально тем, что в эту дату будет поход, а ходим мы по субботам. И к концу предыдущего сезона я пришел значит, к костру. Мы идем до костра 4-5 часов, потом еще столько же после костра, у нас большие походы такие. Я обычно иду не очень быстро, там уже давно костер горит. Я прихожу и говорю, ну вот я за время пока шел, вам придумал задачу. Через год мы будем идти 29 февраля, а когда это было последний раз? Когда суббота была 29 февраля, когда да, у нас группа ходит по субботам, я им спрашиваю, когда последний раз. То есть когда была суббота 29 февраля? Как? 28 лет. Кто сказал, поднимите руку? Отлично. Совершенно верно. 28 лет назад. А почему 28? Почему не раньше? Выдвигается календарь и приходит с новым сроком. Високосный год раз в 4 года. Високосный год раз в 4 года. А вот если это суббота в 20 году, то какой это был неделя в 16 году? Нет. Четверг ближе, или наоборот, может быть, понедельник. Либо понедельник, либо четверг. Я думаю, что понедельник. В 17 году вторник был, ну, как бы, в 17 году не было его, да? То есть, в 16 году это было понедельник, но нам нужно узнать про 1 марта, потому что в следующем году не будет 29 февраля. 1 марта в 16 году был вторник, так? Да. А в 17 году 1 марта было средой, да? А потом четвергом, потом пятницей. И в 20-м 1 марта должно было бы быть субботой, но как раз в 20-м вместо 1 марта на этом месте появилось 29 февраля. Поэтому был действительно понедельник и стал субботой. То есть плюс 5 дней недели. А в неделе 7 дней. И получается, что пятерками, когда вы просчитаете пятерками, до кратности семерок, да? Когда это произойдет? Ну, наименьшая общая кратная 5 и 7. Значит, получается 35. Но это не лет. 35 это не лет, да? Это дни и недели. А каждый раз 5 дней недели смещается за 4 года. Поэтому, если было 35, значит, было 7 раз по 4 года. И вот у вас правильный ответ, действительно, ровно 28 лет. Каждые 28 лет. 29 февраля 1992 года. В принципе, я мог бы еще это застать, но я тогда не знал про эту группу. Ходил отдельно и буквально через там, 3 года про нее узнал и начал ходить с ними. Так, отлично, значит, вот некоторое количество народу будет, кто был тогда и тогда. Так, ну что же, это у нас разминка мозгов. Перейдем к более содержательным задачам тоже вокруг нас из жизни. Ну, например, вот все вы знаете про теорию шести рукопожатий. Но, возможно, далеко не все задумываются о том, почему их шесть. Можно ли это быстро объяснить? Как-то в Москве мне позвонили из некоторой школы и сказали, Алексей Владимирович, у нас проблемы с мотивацией детей. Они категорически не хотят слушать про логарифмы. Они говорят, что логарифмы в их жизни не встречаются. Вы могли бы нам помочь? Я говорю, ну если честно, я обычно помогаю тем, кто уже знает, что такое логарифм. Но там такие приятные люди были, я решил сделать исключение. Я пришел в школу и спросил у них, как вы думаете, через сколько рукопожатий они знакомы с фермером в Конго. Ну и как бы, значит, многие знали, что через 6. Я спросил, почему через 6-то? И наступила полная тишина. Ну давайте ответим на этот вопрос, заодно увидим логарифм, как он есть прямо в жизни каждого из нас, да, при попытке ответить на этот вопрос. Вот. Так вот, сколько у вас знакомых, с которыми вы, ну вот, регулярно пожимаете им руку, порядок величины какой? 50, да?
Ну, у тебя-то да. Я думаю, у меня тоже примерно так. Но вообще, в норме обычно, да, у людей, которые ведут размеренный, регулярный образ жизни, число это не про тебя и не про меня. Нет, вообще число Донбара, что каждый человек в среднем около 150 знакомых. Ну, да, может быть, да, но там как бы рукопожатие. Ну, хорошо, хорошо. Давайте сделаем вилку от 50 до 150, да? И посмотрим, как эта вилка повлияет нам на результат. Итак, вопрос. Значит, если это 50, то сколько человек я знаю через одно рукопожатие? То есть через вот один такой вот, не прямо знаю вот так, а через одно. 50 на 50. Молодец! Примерно. Ну, как бы ясно, что некоторые связи идут... Нет, ну тут еще назад ничего не идет, конечно. На этом уровне уже прям точно можно сказать 50 квадрат. А вот если через два рукопожатия? Ну, хочется сказать, что 50 в кубе, правда? Потому что каждый раз 50 раз больше. Но точно это, в точности это неверно, потому что бывают треугольники вот такие вот. Ну, сообразим на троих, да? Там друг друга трое знают. Первый пожал руку второму, второй третий, третий первому, да? И мы вернулись сюда, и нового человека не получили. Но это бывает, если аккуратно это попытаться оценить, но там это достаточно ничтожный процент случаев таких. То есть по порядку величины можно на это не влиять, правда, Мила? Не принимать этого в расчет. Вот. Ну а значит дальше, соответственно, по порядку величины, но уже действительно с некоторыми такими серьезными, может быть, серьезными отклонениями вниз будет 54-й, а здесь 154-й, 55-й, а здесь 155-й. Ой, а что такое 155-й? Это сколько? Население всей Земли, даже гораздо больше, правда? Все, стопанули здесь. А здесь еще не стопанули, здесь 56-й надо взять, и уже тоже будет население всей Земли. Поэтому количество рукопожатий – это решение вот такого уравнения. 50 в степени х равно населению Земли. Вот. Или, соответственно, 150 в степени х равно населению Земли. Выбирайте. Если мы исходим из того, что у каждого человека около 150 знакомых, то число рукопожатий будет 5, а если 50, то 6. Не правда ли, не очень существенная разница? То есть в любом случае это где-то в районе 5-6. Поэтому логарифм, да, включается формула, что количество рукопожатий равно логарифму населения Земли по основанию числа знакомых у типового человека, у типичного человека. Вот четкая формула. Ну, после этого школьники согласились, что логарифмы, пожалуй, действительно какое-то значение имеют. Надеюсь, что и вы со мной согласитесь. Впрочем, я думаю, что вы с самого начала, да, это понимали. Ну что, давайте теперь обсудим. Да, если есть какие-то вопросы, комментарии, вы прямо с места, не стесняясь, сразу же. Говорите, можно даже в спину вот так громко, без поднятия руки. А как оценить уменьшение за счет общих знакомых? Хороший вопрос. Это на самом деле, я сказал, что это не сложно, на самом деле это некоторая работа, вот в Яндексе ее проделали с помощью программирования. То есть, ну, на первом этапе порядок прям вообще типа 49 в квадрате. Вот. Тут уже типа 47 будет в кубе. Ну, по памяти там здесь 40. В общем, вот это основание снижается, ну, реально вот до сюда доходит какой-то там 30 с лишним. Вот, то есть на самом деле логарифм надо брать по 30. То есть 6, иначе 5, иначе на самом деле 5 получается. Получается меньше. Вот, 6 возникает именно из-за того, что какие-то циклы в каком-то количестве возвращаются назад. Вот, ну это по соцсетям, просто надо смотреть статистику, сколько треугольников. Вот, то есть сколько знакомых друг с другом людей, сколько там сообществ, которых все друг друга знают. Это уже довольно тонкая подстройка, но она действительно не очень сильно влияет на результат, как ни странно. Так, ну что? Еще вопрос, ограничение пространства. Ответ, это, во-первых, это отличный вопрос. Во-вторых, значит, я сейчас
объясню, почему это оказывается не очень важно. Это оказывается не очень важно, потому что если проследить за этим через соцсети, то устройство этих цепочек знакомств следующее. Вот 200 президентов, и подавляющее большинство цепочек проходит через эту группу. То есть поднимается от жителя России к президенту Путину, потом он сжал руку президенту Конго, и дальше вниз по Конго. Ну, помню, со школьным городом выяснилось, что мы с Горбачевым через, знакомы через рукопожатие с... Кто там тогда президентом тоже был? Америки? Через Рейгана, да. Это уникальный случай. Причем всего лишь 4 человека. Уникальный случай, да. Это действительно уникальный случай. Но как правило, конечно, наоборот. То есть поднимается сюда, тут президент, естественно, это полный граф, как говорят в математике. Президенты все друг другу жали руки, ну и дальше в свою страну спускается там через мэра, потом там префекта и дальше человек этот самый конкретный. Ну вот это как типовая цепочка устроена ровно так. Строго вверх, а потом строго вниз. Вот. Так, следующий сюжет называется «Математика хоккея». Вот математику футбола, я не сомневаюсь, что многие присутствующие на самом деле знают, что есть канал «Математика просто», и смотрели его. Кто не смотрел и не знает, есть группа, вот условная группа Филатова, да, она это точно знает, а вот условная группа Гриши Кеннаха, она может и не знать. Но теперь вы будете все знать, я дам ссылку, вы будете все знать про группу, про YouTube-канал «Математика просто», вот, подпишитесь на него и будете смотреть математику все время. Так вот, там, на этом канале, на нем есть анализ футбольных групп, с каким числом очков можно выйти из группы, если очень сильно повезет, на чемпионате мира по футболу или там Лиге чемпионов. Очень интересная задача. Потому что, если задать ее по-другому, а с каким очень большим количеством очков можно умудриться не выйти, то там очень большая вилка, там несколько значений. Ну, например, можно дважды выиграть... И еще, ну, как бы, потом проиграть и не выйти. А можно, наоборот, два раза проиграть, потом выиграть и выйти. Бывает и так, и так. Вот. Что касается хоккея, то про это я подумал совсем недавно. И было это при довольно интересных таких юмористических обстоятельствах. Мой старший сын был в Сириусе в июне. А я был там недалеко, мне хотелось его навестить. В Сириус... Визиты родителей строго, настрого запрещено. Но сказали мне, в вашем случае мы же можем вашу лекцию организовать. Не надо только писать, что вы к сыну приехали. Вот, значит, пригласили, все оплатили, все круто было, я приехал. И я говорю, у меня будет лекция «Математика в футболе». У них, естественно, да, там смен несколько. Там математики одна смена, потом идет спортивная смена, идет там смена балет, по-моему, что еще там имеется. Но, в общем, в этот момент... Был хоккей. Вообще хоккей там основной. То есть, ну, как хоккей. Вот и там идея была в том, что будут те работы, где у нас шанс есть уже и так хорошее положение довести до там, победы. Вот. И хоккей, я говорю, математик футбола. Он говорит, а можно хоккея? У нас хоккеисты. Я приглашу, вот будет для всех лекция, и будет как бы это самое. Будут хоккеисты, да, давай про хоккей. Я говорю, слушай, я про хоккей ничего не считал. Остается полтора часа до лекции. Он говорит, да, ты посчитай. Ну, на самом деле, просто мой довольно хороший старый знакомый, который сейчас там распорядитель. Вот, ну и я посчитал. Ну, раз надо посчитать, значит надо. Вот хоккейная группа. Как устроена группа на чемпионате мира по хоккею? 7. 8. А сколько выходит? 4. 4, да. Итак, играет 8 команд, есть 2 группы. В каждой группе играет 8 команд в чемпионате мира. Ну, вот тут вот внизу всякие там Италии какие-то непонятные, которые непонятно как здесь оказались, которые недавно научились в хоккей играть и уже вот в чемпионате мира. А вот тут одни и те же, всегда более-менее там. Вот. Бывают редкие, очень случайные исключения, типа Германии год назад, но вообще здесь там один и тот же более-менее состав, но в данном случае это совершенно не важно. Важно то, что... После разыгрывания вот эти вот уходят там разбираться, кто из них дальше в следующем чемпионате мира будет участвовать, а кто вообще не будет. Эти участвуют в четвертьфиналах, которые устроены вот по такой схеме.
Первый с четвертым в той группе, второй с третьим, третий с вторым, четвертый с первым. Ну и, соответственно, вопрос такой. С каким количеством очков максимально возможным можно умудриться не выйти из группы? Это первый вопрос. Но второй, сами понимаете, обратный. С каким минимальным можно выйти? Так, давайте так. Давайте вот попробуем решить сейчас ее прям в онлайн. Ну, я знаю решение, я решал, но просто какие будут идеи, я буду говорить там, какие идеи приведут к решению, а какие, не знаю, приведут ли. Сколько очков за победу, сколько за ничью? А, правильно! Спасибо за вопрос. В хоккее все устроено проще. Команд очень много, зато все проще устроено. В каждом матче разыгрывается ровно 3 очка. При этом, если победа достигнута в основное время в одной из 3-20 минуток, то будет 3 очка победителю и 0 проигравшему. А если дошло дело до овертайма, либо тем более до этих самых буллитов, то есть если в основное время победитель не определился, то победителю 2, а проигравшему 1. То есть гораздо более такое вот равномерное деление. Но всегда в сумме 3. Так, эта информация обязательно нужна была нам, чтобы дальше думать. А вот больше нам, в общем, ничего не нужно. А в группе ничьи не может быть? Не бывает ничьих в хоккее. Играется только один круг, ну, то есть домашний матч. Да. Каждый с каждым в конкретной стране проводится, никаких домашних гостей, то есть не Лига чемпионов, а именно как чемпионат мира. И поэтому, продолжая ваш вопрос, сколько всего сыграется матчей? Эта информация нам тоже есть. 14. Каждая команда 14. Не-не-не, нет, каждая 7. Вот эти потом только будут испариваться. 8 факториал. Не 36, чуть-чуть не попали. Нет, 8 факториал тоже неверно. Значит, каждая команда сыграет 7 матчей, правильно? А команд сколько? 8. Значит, будет сыграно 56 матчей? 28. Да, конечно, 28. Я ведь каждый матч посчитал ровно 2 раза. Со стороны одной играющей команды, со стороны другой. Ну а значит, это 28, и это то, что называется второй биноминальный коэффициент, c из 8 по 2, называется количество пар в данном, ну, множестве, да, из данного, вот если у вас 8, там есть 8 человек, и вы поймали их, хотите составить команду дежурных из 2, да, ну, у вас 28 вариантов это сделать. Хорошо. Так, следующий вопрос. Когда будет все сыграно, здесь будут очки. Здесь будут там какие-то, ну, какая-то еще, может, дополнительная информация. А здесь будут очки. Какова будет сумма всех значений вот здесь? 28 на 3. В каждом матче будет разыграно ровно 3 очка. Поэтому суммарное количество очков, набранных всеми командами, обязательно равно 84. И этим хоккей гораздо проще футбола, в котором нельзя сказать, априори, сколько будет сумма. А почему? Потому что в ничье разыгрывается 2 очка, а в победе 3. И в футболе нельзя эту задачу вот так, но зато в футболе 4 команды, там быстро все руками делается. Всего 4 команды, 2 выходят. А вот в хоккее 8 команд уже как бы так, ну, нужны какие-то дальнейшие идеи. Так, хорошо. Теперь более сложный вопрос. Как должен выглядеть рисунок матчей в группе? Ну, вторую группу я уже могу стереть, на самом деле, она только отвлекает уже. Я просто объясню, как устроен чемпионат мира по хоккею. В данный момент уже все. Мы работаем ровно с одной группой и хотим понять, что в ней происходит. Значит, итак. Какой рисунок матчей, при котором вы ожидаете появления команды, набравшей очень много очков, но не вышедшей? Вот как должна выглядеть история этого. Скорее всего, много будет овертаймов. Все равное количество очков, да? Молодец! Но почти, это почти верно. У меня тоже была первая идея, что всем командам примерно поровну дать. Но на самом деле, смотрите, если мы дадим всем командам там, ну, поровну вообще не получится, то 84 делится на 8, то есть там будет 4 десятки и 4 по 11. Но это не оптимум, потому что вы можете что сделать? Вы можете взять, ну как бы, вот что такое ужасно не повезло? Это когда 5 команд там примерно с одинаковым количеством очков, да? 5 примерно одинаковой силы,
а выйти должны 4 из них. А эти слабые аутсайдеры, минимально возможное количество очков у них. Но 0 не может быть. Почему? Ответь сам. Они между собой играют. Да, они между собой играют. Они играют между собой, и этих между собой это ровно 9 очков. В данном случае, в отличие от футбола, не надо писать меньше или равно, больше или равно. Ровно 9 очков разыграно в играх между собой. И теперь мы, вот, конструируя эту ситуацию, мы говорим, что эти команды набирают ровно 9 и сливают всем остальным вообще. То есть все 15 матчей между этими тремя и этими пятью, которых я зачем-то сейчас нанес на какую-то окружность или там на Елец, вот, все заканчиваются в пользу вот этих. Так, что мы делаем дальше? А что происходит, если 4 и 5 одинаково набирают? Значит, если две команды набирают, две или более команды набирают одинаковое количество очков, то происходят некие дополнительные показатели, к которым я сейчас немножко еще вернусь чуть позже. Но в данном случае не очень важно, потому что если, например, здесь у всех будет поровну, то ясно, что, ну, неважно по каким показателям, пройдет 4 команды и кто-то выйдет, да. То есть пока это не очень важно. Я потом задам еще один вопрос, и для ответа на него это будет важно. А пока это не важно, поэтому скажите, пожалуйста, о, Виталий, ты любишь хоккей, правильно? Скажи, как они должны сыграть, чтобы у них было одинаковое количество очков у всех пятерых? Ну, никто не скажите, неважно, я тут столько народу знаю, что я, значит, постоянно кого-то могу спрашивать, кого-то знакомого. Да? 13 очков каждый набрал. Ну, нет, эти вот, эти все выиграли, а что? Каждая команда 13 очков. Две выиграли, две проиграли. Да, значит, две выиграли, две проиграли. То есть, каждая команда, ну, я это условно рисую так. Все выигрывают друг у друга по кругу. Все выиграли друг у друга по кругу. Да, а также по звезде тоже. Вот по кругу, который образован звездой. У меня вот такие два круга, да, есть. Настоящий круг и звездный. И каждый выиграл, ну, как бы каждый выиграл у следующего и через один. И проиграл предыдущему и перед предыдущим. И если мы по кругу это сделаем, у нас прекрасное конструирование такое, что у каждого будет из этих по 6, а еще плюс 9 у каждого, потому что каждый обыграл те три команды. И возникает ситуация 15, 3, 3, 3, которая является допустимым розыгрышем. То есть он возможен. Друзья мои, естественно, никогда за всю историю такого не было, понятно. Вероятность такого равна там астрономическому нулю, или там 10 минус 20, или что-то в этом духе. Ясно, что такого и не будет никогда. Но в теории это возможно. Мы можем сконструировать, и для математика это и есть критерий существования. Знаете, существует все, что возможно. Вот принцип, да, принцип математики. Все, что вы можете придумать непротиворечивым образом, существует. Поэтому такая ситуация может быть. А значит, мы получаем, что вот какой-то из них окажется лузером, но он отправится туда же, где эти, которые по 3 набрали. То есть 15 мало. А 16? Невозможно. Про 16 можно строго математически доказать, что если вы, ваша команда вернулась из группы с 16 очками и закончила, то она точно прошла дальше. Математическое доказательство такое. Предположим, что она не прошла. Тогда у 4 прошедших какое количество очков? Больше или равно? Правильно. Точно. Именно точное утверждение. Как минимум 16 очков. Тогда у нас будет 5 команд по 16 очков как минимум. У нас 80 очков из 84 у 5 команд. И остается на 3 команды 4 очка, что невозможно, потому что они играют друг с другом. Доказательство закончено. Значит, итак, самая большая величина, с которой можно умудриться не вылезти, это 15. Вот пример, и вот доказательство, почему больше нет. Эта задача решена полностью. Так, ну, наверное, теперь осталось... значит, вот симметричную задачу мы сейчас решим мгновенно. Итак, с каким минимальным количеством очков можно умудриться из группы выйти? И как для этого строить схему? Все наоборот, полностью, да? То есть, смотрите, эти три мочат всех. Вот эти три мочат всех. А эти вот играют ровно так, как они здесь сыграли. Тогда, смотрите, у этих по 6, 6, 6, 6, 6. А у этих по сколько, которые мочат всех?
Ну-ка, точный ответ. Да, я уже слышал точный ответ. 18. А, по 15 за счет того, что они отмочили вот эти 5 команд каждая, и между собой, например, по кругу выиграл. Значит, 18, 6. И вот этот Шлемазл умудрился сюда влезть. То есть, наоборот, здесь Шлемазл, да, был, который не смог. Серега, как там? Ой, его Гриша надо спрашивать. По-моему, ушел. Гриш, Шлемазл — это неудачник или наоборот? Неудачник. Это вообще, да, ну я просто говорю, что здесь вот этот Шлемазл, он таки влез в ЭЗ-4. Вот, значит, это самое. Получается такая картина. Ну, в общем, доказательство, что с 5 выйти нельзя, оно примерно такое же. Слишком много баллов будет здесь набрано у этих команд в сумме. Там я просто уже не останавливаюсь. А вот теперь есть супер вопрос. Супер вопрос. Можно ли выиграть все матчи и не выйти из группы? Судя по тому, как я задал вопрос, ответ можно, да? Если не в основное время выигрывать. Естественно, да. Естественно, вы все понимаете, что в этом случае выигрывать надо не в основное время, да? Значит, история этого вопроса очень деликатна. Я стал решать эту задачу. Ну, понятно, что если вы выиграли все матчи в овертайме, у вас 14 очков. В принципе, ну, что-то так на грани, да, возможного, невозможного. Мы видели, что с 15 нельзя, ну, можно, в принципе, не выйти. Но насчет 14 там начинается овертайм, и там уже все сложнее. Значит, если мы сами конструируем себе правила того, как команда, по каким показателям команда выходит, если одинаковое количество очков, то есть вот если наш как бы, если мы сами придумываем эти дополнительные, да, как устроено? Первое — это очки. Если несколько команд имеет одинаковое количество очков, и из них должны какие-то команды выйти, а какие-то вылететь, то следующее в футболе — это, ну, либо личные встречи, либо разница мячей. На чемпионатах мира разница мячей, на Европе личные встречи. Гостевой мяч еще есть. Да, но это для чемпионов, когда в гостях и дома. Здесь нет этого. То есть тут можно только либо личные встречи, либо разница мячей, да. И, соответственно, про хоккей я честно вам скажу, что я просто не знал. И вот дальше происходит следующее. Я вонганул, что будет разница мячей. Шайб. И сконструировал, например. То есть нарисовал. Давайте я оставлю это загадкой. Нарисуйте соответствующий пример. Там будет две команды по 15 и три по 14. И одна из этих по 14 будет та самая, которая у всех выиграла. И если написать разницу мячей, там, вот как самый главный следующий показатель, то можно сделать так, что вот та самая, которая выиграла у всех, она вылетает. Но потом случилось досадное событие. Сейчас я про него расскажу. Значит, я ехал, все, я всерьез приехал, я пошел на эту лекцию. Я все это просчитал за эти полтора часа, я пришел на лекцию, и, значит, лекция начинается. Я говорю, ну что, это в первую очередь для хоккеистов, но вообще, конечно, для всех пришедших, дорогие балерины, дорогие музыканты. Вот. Ну и если вдруг кто есть из направления наука. Ну и давайте, кстати, говорю, кто хоккеисты здесь, поднимите руки. Одна рука. Кто музыканты? Ноль рук. В зале столько же, сколько здесь. И там сотня, я даже не знаю, ну, кстати, кто-нибудь посчитает так? Ну, в общем, для интереса было бы круто посчитать, сколько нас здесь, но, в общем, там было бы равно сотни человек. Так, боец, что ли? Никого. Поднимите руку, наука. Все поднимают руку. Математика для гуманитариев, математика вокруг нас, математика в жизни, математика в спорте, да? Все, кто пришли с направления науки. Кроме одного хоккеиста. Ну и что вы думаете, я делаю? Я подхожу к нему и говорю, так, брат, себе вопрос. Какие показатели дальше? Папа, ну, естественно, говорит, дальше личные встречи. И я говорю, да блин! Ну,
что такое? Тогда ничего не выйдет. Значит, итак, по действующим сегодня правилам так не получится. Потому что личные встречи идут на первом месте, а придумать так, чтобы у него было строго меньше очков, чем 4, невозможно математически. Поэтому все-таки ответ такой. Это почти возможно, но все-таки невозможно, если вы выиграли все матчи, вы вышли. Из-за личных встреч. Вот так, такая ситуация получилась. Вот. Но действительно, если вы берете разницу мячей, то я всем советую сконструировать пример, это красиво, да? То есть, если когда-нибудь изменят правила, да? Но он просто знает текущие правила. Вот. Он знает текущие правила, но если их изменят, то такая ситуация теоретически станет возможной. Так. Теперь я попрошу прощения у всех, кто был вчера, и один сюжет хочу повторить из вчерашних, потому что он очень красивый. Сюжет называется «Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада». Что дальше? Ящерица с пол. Совершенно верно! Совершенно верно! Сейчас я раздобуду соответствующую таблицу. Значит, камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада, карандаш, огонь, вода и железная рука. Мне эту игру поведала девочка Оля, мама, которая находится в зале, год назад. А почему девочка Оля не пришла? Понятно. В общем, значит, она мне поведала правила этой игры и продиктовала таблицу выигрышей и проигрышей. На самом деле, это жутко интересная и красивая с точки зрения теории игр ситуация. Что такое обычный камень, ножницы, бумага? Как вы считаете, в нее играют люди, ну, если вот коротают время? То есть, какая стратегия у человека при игре, а в обычный камень, ножницы, бумага? Никакой. И это совершенно точный ответ. Если его перевести на математику, ответ такой. С равными шансами показывать то камень, то ножницы, то бумагу. И это единственное, что можно делать. При любой другой стратегии в ответ будет существовать стратегия, которая вас систематически будет обыгрывать. А такую стратегию нельзя систематически обыграть. Наоборот, любое действие в ответ на такую стратегию дает нулевой выигрыш. Это то, что называется равновесие, равновесная стратегия, да? То есть, если вы играете такую стратегию, я могу играть ее, как любую другую, и если я играю ее, то вам тоже все равно вы играете ее. Так вот, ситуация вот в этой игре совершенно иная, гораздо более деликатная. Итак, все дети России, слушайте, все, кто играет в эту игру, и поправляйте, потому что правила немножко меняются, она еще не устоявшаяся. Я, например, услышал с тех пор, что есть какой-то пистолет вместо карандаша, и что это тоже бывает, играют. Поэтому пока еще, значит, но поэтому я сейчас буду рассказывать про игру, которая в редакции девочки Оли, пошедшей сейчас в третий класс, да? Четвертый класс, да. Вот, значит, итак, камень, ножницы, бумага, колодец, вот это вот там бутылка лимонада, на самом деле показывается колодец. Вот, а самой бутылки лимонада для красочного слова просто, показывает колодец. Вот, дальше, значит, идет железная рука и карандаш. Про остальное, значит, Оля говорит, что на самом деле вот больше ничего нет, вот это шесть. Их шесть. Вот, колодец, железная рука и карандаш. И вот таблица, кто кого бьет. Кто кого бьет, таблица, по крайней мере, вот, версия Оли выглядит следующим образом. Ну, понятно, что по диагонали идет ничья просто. 0-0. Дальше. Вот здесь тоже установлена ничья. То есть ножницы с карандашом Оля не была уверена, а? А что с ними сделать? А, ой, да! Точно! Для бумажки сейчас мы раз. И два. Вот, видите, здесь все исписано формулами, это я искал равновесие. Но на самом деле, я его искал долго, а проверить, что оно равновесие, очень быстро. Поэтому искать мы не будем, мы просто проверим. Значит, итак. Камень точит ножницы, заворачивается бумагой, тонет в колодце. И
Значит, это самое, ну его, короче, железная рука сминает. Вот здесь, кстати, есть вопрос, да? Может быть, кое-где железная рука, наоборот, камнем тоже точится. Но будем вот эти правила, значит. Но карандаш камень ломает. Вот. Ну, нижнюю строку можно, понятно, просто... То есть, тут все симметрично, только наоборот. Вот. То есть, там, где здесь плюс, здесь должен стоять минус, потому что это та же самая комбинация, по сути. Вот. Теперь ножницы с бумагой, понятно. Плюс. Вот. Дальше идут два минуса, то есть... Ножницы тонут в колодце, и железная рука их ломает. Здесь вот неизвестно, поставим просто ничью. Тут, соответственно, минус, плюс, плюс, ничья. Дальше бумага, плюс, минус, минус. То есть бумага накрывает колодец, поэтому она у него выигрывает. А железная рука ее, естественно, сминает, и карандаш ее списывает. Поэтому тоже выигрывает. Наконец, осталось... Колодец с железной рукой, значит, колодец топит железную руку, и по этим правилам он еще и размачивает карандаш, лишая его силы. Вот, здесь два минуса, и железная рука ломает карандаш. Все. И мы ищем равновесие. Первое утверждение. Смесь по 1/6 не является равновесием. Кто скажет почему? Первое утверждение, что вопреки первой гипотезе, которая пришла в голову, когда я узнал эту руку, смесь с равными шансами по 1/6 каждой фигуры не является равновесной стратегией. То есть против нее можно выиграть. Чем? Рукой и колодцем. Отлично, да, и там был даже сзади ответ, но вот мальчик молодец, сразу увидел. Значит, железная рука очевидным образом в 4 случаях такую стратегию побеждает, а в 1 случае проигрывает. То есть в среднем железная рука очевидным образом втрое более эффективна, да, чем наоборот. То есть железная рука выигрывает, ну и колодец тоже, 4 плюс и 1 минус. Совершенно верно. Именно так и, собственно, надо решать. Значит, теперь что мы хотим? Мы хотим понять, а как вообще должно тогда устроена быть жизнь. Ну, значит, если так, ну, на самом деле, следующая гипотеза уже, что вообще-то не все эти стратегии реально будут использоваться в равновесии. Ну и так как обычный камень, ножницы, бумага, это вот такая табличка, где плюс-минус, минус-плюс, плюс-минус, да, то есть, ну, как бы круговая, то после долгих мучений я нашел здесь 2 круговые таблицы, мог найти и сразу, если бы не был такой дурак. То есть можно было бы сразу решить задачу напрямую, найдя здесь соответствующие таблицы. Но какие тут есть таблицы? Есть вот такая и вот такая. Ну вот я утверждаю, что такая не подходит. А что это значит? Я предполагаю, что стратегии в этом случае будет ножницы, бумага и колодец. Но действительно ножницы бьют бумагу и проигрывают колодцу, да? Бумага проигрывает ножницы, выигрывает у колодца, а колодец выигрывает у ножницы, проигрывает бумаги, то есть все по кругу. Но в данной ситуации этого недостаточно. Это не равновесие. Кто объяснит, почему? Потому что есть железная рука. Потому что опять есть железная рука. И на этот раз надо смотреть, что здесь 2 плюса и 1 минус. То есть если против вас используются ножницы, бумага и колодец с равными шансами, как раньше камень, ножницы и бумага, то вы железной рукой их отмочите, вот этих двоих, а этому будете проигрывать. То есть в 2 из 3 случаев вы выиграете, в 1 проигрываете. Значит, эта ситуация неустойчива относительно введения в рассмотрение остальных стратегий. Значит, она неравновесие. Ее можно обыграть. А вот эту нельзя. Смотрите сюда. Бумага, колодец и железная рука. Внутри себя те же камень, ножницы, бумага, как видите, да, все то же самое. С плюсами и минусами. Но теперь попробуйте-ка сыграть против этого камень. Гарантированный проигрыш. 3 минуса. Попробуйте сыграть против этого ножницы. В 1 случае выигрыш, в 2 случаях проигрыш. Будете проигрывать. Попробуйте сыграть карандаш. Опять 1 выигрыш, 2 проигрыша. Значит, итак, если вы используете эти 3 стратегии с равными шансами, то вас нельзя обыграть. И правильная стратегия против вас – это опять любая смесь вот этих 3, и тем самым равновесная стратегия – это как раз
Смесь этих трех с равными весами, что я и получил после долгих мучений, исписав и здесь все целиком. Вот. Но на самом деле, видите, проверили мы это мгновенно. Итак, все, кто присутствует здесь, и дети их, знаете, как играть в камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и железная рука. Нужно с равными шансами смешивать железную руку, колодец и бумагу. И если против вас будут вот эти вот камни, ножницы и карандаши, то вы будете выигрывать часто и много. Девочка, как тебя зовут? Ярослава, ты поняла, да, как играть? Весь детский сад обыграешь. Вот так. Это такой этюд. Это был этюд. Так. Отлично. Ну что же, мы, наверное, переходим к более серьезным вещам. А следующее называется игра сет. Поднимите руку, кто ее знает. Остальным сейчас я ее расскажу. И очень порекомендую, просто вообще изо всех сил порекомендую игру сет. А правда, я сам в нее очень плохо играю. И не поверите, я математику этого сета вдоль и поперек всю изучил и понял. И очень плохо играю в нее. А еще вопросы хотите? Вопросы? Вопросы? О. По этой железной руке, а? Да! Чтобы вот эти выгоды заработали, сколько игр нужно? О, много. Спасибо, да, очень хороший, правильный вопрос. Но если действительно против вас будут вот эти три, как бы, ну, то вы будете хорошо выигрывать. Но если, как бы, если долго, то он быстро нащупает. То есть, на самом деле, наверное, кто долго играет, он уже понимает примерно, что то же самое происходит, но на личном опыте. Так. Сет. Количество кукол. А, мы упираемся в вашу грудину, правильно, сверху? А? Не-не-не, ты что, ты знаешь, какой? Я, кстати, тебе рекомендую все-таки приехать, может, даже. Пусть, может, он к нам. После... 8 будет концерт Паши Фахретдинова в Эдисоне в 130-м квартале. Вот, и думаю, что многие из присутствующих туда прям поедут. Саш, ты обещал транспорт, да, как-то даже? Вон, видите Сашу Филатова в синей рубашке? Кто поедет, те потом, после окончания лекции, я подпишу книгу. Да, я еще одно извинение хочу сделать, что в этот раз, ну и вообще с недавнего времени, я настолько измучился их возить на себе, что я перестал их, ну, как бы, вот, ставить ящик, раздавать за добровольное пожертвование, и теперь я, в общем, как это называется, скурился, и просто, да, теперь их продают за меня, вот, поэтому, но, друзья мои, но их по-прежнему абсолютно бесплатно можно скачать в интернете. Вот, то есть, если вы неохота платить, то и не платить, а просто скачайте и читайте спокойно. Вот, а так там вот лежат, и я, естественно, всем подпишу. Так вот, пока я буду подписывать, Саша организует транспорт всем, кто потом поедет на Пашу Фахретдинова, и мы поедем туда, значит, слушать концерт. Так, ну что? Что такое сет? Это некоторое количество карточек вот таких вот. А какое вы мне сами сейчас скажете, кроме тех, кто знает? Значит, на каждой карточке изображено 1, 2 или 3. Вот выбор между 1, 2 или 3 объекта, синих, красных или зеленых, заштрихованных, залитых целиком краской и пустых, вида ромбик, вида овал или вида волна такая, которую я никогда не могу нормально нарисовать. 81? Да, правильно, 81, 34-й, конечно. Вот. Значит, это первое, да, первое утверждение, которое... Ты в бан-классе учишься, да? Ну да, в обычных школах степени как-то не вполне доходят до учеников, поэтому сразу видно, что если сразу говорят, это на класс, скорее всего. Ну, либо сам насмотрелся лекции там моих или еще. Вот. Короче, мы каждый раз выбираем одно из трех, и при фиксированном выборе этого у нас три раза
больше получается ситуация, если мы привлечем выбор Red, то есть будет 1, 2 или 3, это три варианта. Для каждого из них синий, красный или зеленый. Трижды три уже, 9 вариантов. Можете рисовать такое дерево, да, себе в голове, что на каждом этапе расстраивается, не рассостраивается, да, а расстраивается от слова три, утрояется, утраивается. Количество вариантов. Вот дальше мы должны сказать такой, такой или такой для каждого из возникших 9 позиций. То есть опять домножить на 3, и на следующем этапе тоже домножить на 3. Ну и, соответственно, получается, что 3×3×3×3×3, ой, 3×3×3×3, это 81. Значит, такая 81 карточка. Теперь что происходит дальше? Дальше эти карточки в некотором количестве выкладываются на стол, ну, конкретно в начале 12, потом там, ну, потом чуть сложнее, но суть в следующем, что выкладывается 12 карточек, и все одновременно пытаются найти комбинацию из трех карточек со следующим свойством. Каждый признак в них, да, ну, они, ну я зря нарисовал рядом, чтобы не путать, ну, например, вот эти три карточки, да, найденные, совершенно произвольно они здесь лежат, как угодно, да, и они обладают следующим свойством, что какой бы признак ни взять, либо совпадают все три значения признака, либо все три разные. То есть, если, например, здесь и здесь два объекта, а здесь один, все, это уже точно не сет. Да, сетом называются три карточки, в которых любой из четырех признаков либо является тождественным одним и тем же на всех трех, либо полностью различными значениями. То есть, например, все по две, один синий, один красный, один зеленый, один заштрихованный, один литый, один пустой, и все загогулины вот эти. Полный. Это сет. А, например, какие бы здесь ни были признаки, если две карточки по две, одна, тоже не сет. Если там два залитых и один штрихованный, все, уже не сет, независимо от того, что у вас там. То есть по каждому из четырех. Вот. Но вот эта ситуация называется сет. Кто ее схватил, тот говорит, ну, как бы кладет рядом с собой, это его взятка, как в преферансе, да? И дальше, как бы, у кого больше взяток, кто-то выиграл. В процессе игры они подкладываются снова. Если из 12 никто не видит такой комбинации, вот, то тогда, соответственно, докладывается еще три. А если из 15 никто не видит, то да, значит, правильный ответ, попробуйте надеть очки, в моем присутствии, значит, несколько раз была ситуация, вообще я могу реально собрать сет обычно только тогда, когда никто ничего не видит, и я прошу 5 минут подумать. Тогда у меня включается система перебора, которую там я разработал, но она работает бесконечно долго, то есть, ну, настолько нетерпимо долго, что, понятно, любой ребенок, который играет хорошо, он, ну, понятно, ему не нужно сразу эти сеты видеть, и все. Вот. Но, тем не менее, она позволяет полностью проверить. И вот что было действительно несколько раз, это когда уже хотели выкладывать новую, я говорил, нет, стоп, сейчас будет перебираю, через 5 минут говорю, вот же он! Вот, он был очень чисто математическим путем, перебором в голове. Вот. Но, собственно, тем не менее, бывает ситуация, когда вот так и сета нет. 18. Но только в теории. То есть можно ручками построить такой пример, что сета среди 18 карт нет. Я никогда в жизни такого не видел, но я не то чтобы прям очень много играл, но за те время, когда я играл сам и смотрел на игры других, такого не было никогда. А теперь врубаем компьютер. Так, доску временно убираем. Сейчас будет пример в студию. И заодно несколько еще слайдов. Вот. То есть сейчас, значит, мы послайдим немножко, а пока, значит, в студии будет некоторый пример. Так, открываем вот этот, вот там, где начинается. Ой, это. Сейчас. Иркутск, вот кажется, 26 августа, бачка. Так, и вот 20, вот здесь написано 20. Сет 20 нет. Ну, вы уже поняли.
это 20 карточек без сета. Пример мне прислал слушатель на канале и вознаградил меня миллионами фирматистских писем, одним таким письмом. Вознаградил за все. На самом деле у меня было штук 20 писем от слушателей, которые вот просто с лихвой компенсировали письма полуумных людей, которые доказывают теорему Фермата, трисекцию угла и так далее. Вот, то есть с лихвой вот такие письма, да, людей, которые долго-долго в чем-то разбирались и подсказали мне что-то. Вот 20 карточек, и вон там долгое рассуждение даже провел, почему нет. Ну, можно и так перебрать, как бы. Идея такая, если у вас есть какие-то две карточки, то в потенциальном сете третья выглядит однозначным образом. А именно, смотрите, здесь заштриховано, значит, третья тоже заштрихована. Здесь красная, здесь синяя, значит, третья тоже... зеленая. Что-то я сказал не то, да? Вот. Здесь ромбы, здесь волны, значит, третьи... овалы, да? То есть все однозначно. Все однозначно. Здесь три, там тоже три. То есть вид третьей карточки однозначен. И, кстати, это подсказывает нам, что такое сет. Сет — это прямая в четырехмерном пространстве над конечным полем из трех элементов. Я прошу прощения у тех, кто не изучал алгебру в школе, это просто для тех, кто изучал, маленький комментарий. Остальные бросайтесь сразу за алгебру, потому что на самом деле эту игру нельзя было сочинить, не зная этой алгебры. Так же, как игра «Тополь», которую, может быть, многие из вас знают, это поиск, система игры «Тополь» — это прямые на проективной плоскости над полем из 7 элементов. Просто. И она была придумана математиками для всех людей. И без математики придумать ее было в принципе невозможно. То есть никак нельзя вот эту конструкцию, которая там есть, воссоздать без математики нельзя. Есть еще похожая йотта, которая игра. Как? Йотта. Йотта, да? Только там три. Я где-то слышал тоже, да. Там только признаков 4, но три типа. Ну, в общем, да, так вот, потом, да, как поперло уже эти игры. У меня в Ростове я был в игорном доме, меня пригласили туда. Там прям тысячи игр стоят на полках, в комнатах, дуются в них, там режутся. Вот, в общем, здесь нет сета. Можно просто перебрать. А21 всегда есть, и это трудная математическая теорема. Ну, тут, конечно, что делает математик нормальный? Он задает следующий вопрос. Ну хорошо, если признаков 4, то 21 — это то количество, при котором уже точно есть сет. Хорошо, это кто-то доказал. Ну, естественно, до этого знали и про 3, и про 2. У меня была там гипотеза про 2, что... Ну, вообще, у меня была гипотеза, пока я не стал изучать литературу и пока мне не прислали. Я думал, что для n признаков 2vn нужно сетов, ну, карточек, чтобы не было сетов, это максимум. Что просто строите куб 2 на 2 на 2 на 2 вместо 3 на 3 на 3, и в нем, понятно, не будет ни одной такой прямой. Вот. Но очень быстро выяснилось, старший сын построил пример из 9, где, соответственно, сета нет, то есть на 3 признаках. Ну, а вот мне прислали на 20 для 4 признаков, для обычного сета. Ну и математик, естественно, задает вопрос, а для 5? Ответ 45. 45. То есть если 5 признаков и в сете 243 карточки, то есть если какой-нибудь придет 5 признак, ну не знаю, какой еще, не знаю, уши здесь какие-нибудь нарисовать, 1, 2 или 3 уха. Ну, в общем, что-нибудь такое, не важно, придумать какой-то еще признак. Вот, будет 243 карточки и, да, возможно, 45 карточек без сета. А для 6? Я для 6, кажется, 122. И это результат 2000, кажется, 17 года. А для 7? А для 7 это неизвестно науке. Уже открыт. Вопрос уже открыт. То есть, сколько нужно выложить карточек в игре 3 в 7, вот такой вот, где 3 в 7 карточек, да, сколько карточек, чтобы точно был сет, это просто на данный момент неизвестно. Это, на самом деле, деятельность очень активная. Там есть оценки, например, в 2013 году был результат, что если n признаков, то при 2.8 в степени n карточек сет обязательно есть. Это замечательная трудная теорема трех авторов с фамилиями. Первого фамилия Крут, вот прям так Крут, да? У второго фамилия Лев. А у третьего, прошу прощения, фамилия Пах. Ну, действительно, вот Крут, Лев и Пах, вот три фамилии такие. И у них такая теорема, Крут, Лев, Пах, о том, что 2 в степени 8 n достаточно для того, чтобы... А всего 3 в n, то есть, ну, как бы, понижение экспоненциальное, на самом деле. Вот, ну, такая очень интересная деятельность, где математика перекликается непосредственно с играми. Так, ну и уж раз мы с вами,
начали смотреть картинки, то давайте их продолжим смотреть. Давайте я вам покажу картинку с названием «Антарктида». Так, ну это вопрос по географии, да? Это на самом деле просто два прикола, которые можно было бы вначале ставить, но давайте их к концу как раз. Значит, ученые зафиксировали в Антарктиде самую низкую температуру на планете. Самая низкая температура на Земле составляет минус 98 градусов Цельсия, выяснили ученые. Новый температурный рекорд был зафиксирован на севере Антарктиды. По мнению исследователей, температура может упасть еще ниже, если для этого будут подходящие условия. Как вам такая новость? Есть аэропорт. Да, ну да, я должен был ожидать мгновенный ответ. У Антарктиды севера нет. Это внизу, да, она Южный полюс захватывает. Либо это все побережье, но тогда это тоже бред, потому что на побережье 98 градусов не может быть. То есть это заведомо неверно, ни в каком смысле слова «север». То есть если вы возьмете направление от этой точки в сторону, значит, севера, да, то все равно еще долго будет Антарктида, поэтому это точно бред. А как этот бред мог быть рожден? Здесь мы попадаем в область догадок. Мы не знаем, как устроен мозг того журналиста, который писал эту новость. Но я рискну предположить. Он узнал, что минус 98, и знает, что на севере холодно. Это моя версия, это не утверждение математическое, я на нем не настаиваю. Очень, очень часто ученые путают вот то, что, во что они верят, выдают за то, что доказано. Это очень часто, к сожалению, бывает. Даже... Может, он в другом полюсе? Ну, бог его знает. В общем, моя версия такая, но я на ней не настаиваю. То есть это мое предположение. Как это... Я вообще люблю смотреть новости с точки зрения их анализа. Вот, ну, что они означают, как они получены, почему именно так написано. Так, ну следующая новость тоже вас порадует. У нас мир того на полярный мир, тоже только север. Ну, не знаю, да. Короче, да. Давайте вторую новость посмотрим, тоже веселая очень. Выключаем эту. И метеорит. Скорость метеорита. К Земле летит астероид размером с Биг Бен. В этот же день можно наблюдать суперлуния, но это уже офф-топик. НАСА предупреждает, что 85-метровый диаметр астероид приблизится к Земле вечером 19 февраля. Небесное тело, получившее название 2013 МДБ, летит с ошеломляющей скоростью 48 тысяч километров в час. Ваши комментарии? Ну, сгорит само собой. Взорвется, сгорит, там что-нибудь такое. Нет, я пробовал на самом деле про ошеломляющую скорость. Полтора километра. А это быстро по космическим? Ну, на самом деле 13 на один порядок ошиблись, но все равно это 13 километров в секунду. И по космическим масштабам эта скорость, если и ошеломляет, то снизу. Со скоростью Земля закрутится вокруг Солнца вообще. 30. Молодцы, слушайте. Блин, есть еще... Места, где знают наизусть. Ядерев недавно наступал. Ладно, ладно, я верю, что вы и так знаете. Значит, 30 км в секунду. Вот, но кроме шуток, бывают ситуации, когда в аудитории никто не знает скорость вращения Земли вокруг Солнца. Такое случается. Да, и это правильное объяснение, что они вот так сближаются. Действительно, он на самом деле сближался с Землей под таким вот довольно острым углом, и тогда действительно возникает скорость от 10 там, до 50 вполне. Да, ну вот, так сказать, она ошеломляет, но тем, что она медленная, но объяснение здесь вот такое. Так, ну что, давайте постепенно завершать. Почему лист имеет такую форму? Почему он 297 на 210? Я знаю. Знаешь? Да. Почему? Потому что формат А0, площадь формата А0 принята за 1 квадратный метр. А потом пропорции выбраны так, чтобы при складывании пополам... Вот, да, это первое, а второе пропорции совпадают, это очень важно. Чтобы я мог... Вот я написал что-нибудь там такое, друзья, приходите на лекцию Саватеева, а потом решил, слишком крупно, не скромно. И уменьшил размер до такого. Но нужно, чтобы они не растянули буквы вот так у меня и так, да? То есть пропорции вот такого листа... И вот такого листа должны, естественно, совпадать, большого и маленького. Но это означает, что если пропорции листа состоят в том, что, ну, допустим, эта сторона 1, а это x, да? Корень из двух к одному. Да, да, то получается, смотрите как.
Вот этот 1 должен относиться к x, в свою очередь, так же, как x к удвоенной единице. То есть 1 на x должен быть равен x на 2. Какое у этого уравнения решение? 1 делить на корень из 2. Ну да, x равно корень из 2 просто. Ответ. Потому что x в квадрате равно 2. Если 1 разделить на x пропорция равна пропорции x к 2, то значит x на x равно 1 на 2. Получится корень из 2. А при чем здесь 297/210? А, вот это уже... О, это бы нас далеко завезло, но нам уже пора завершать. Площадь формата 0, 1 квадратный метр. Это да, но там тоже соответствующие размеры. Вот вы... такой же пропорции. А, ну да, да. Но я просто хотел сказать, почему мы утверждаем, что это близко к корню из 2. Это, если сократить на 3, это 99/70. Так вот, здесь есть великий секрет, который называется цепная дробь. Цепная дробь. Она выглядит вот так. Корень из 2 – это точное равенство, пишу. 1 плюс 1 делить на 2 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 плюс 1 равен до бесконечности. Есть такое точное равенство. И если мы его обрубим вот на этом шаге примерно, или на этом, если я чуть-чуть перепутал, и потом сделаем обычной дробью, у меня получится офигенно близкое приближение. Если вы наберете 99/70 на калькуляторе, вы от корня из 2 начнете отличаться в четвертом знаке. Если вообще не в пятом. Ну, по-моему, там отличие в четвертом знаке на одну единичку. Вот. Так что вот так это получено. Это одно из приближений этой цепной дроби. Обязательно приглашаю всех заниматься цепными дробями. Это супер интересный захватывающий опыт, который до сих пор, хотя я его придумал, Евклид, до сих пор есть какие-то открытые задачи, причем в большом количестве. Так, ну что же. Давайте, знаете, чем закончим? Одной игрой, которую я вам предложу поиграть. Ну, не со мной, а друг с другом. Включайте, последний слайд. Все. Последний слайд называется «Игра детерминант». Игра детерминант. Игра устроена так. 3×3 таблица. По очереди заполняется игроками двумя цифрами от 1 до 9. Каждая цифра может использоваться ровно один раз. Значит, если ваш соперник использовал цифру 3, уже вы не можете использовать цифру 3. Ну и так постепенно у вас возникает таблица 3×3. Что, не врубается, да, он? А, вот. И эта таблица 3×3 заполнена цифрами от 1 до 9. Что вы дальше делаете? Считаете определитель, он же детерминант этой матрицы. И это целое число, есть выигрыш первого у второго. Если оно отрицательное, значит первый второму проиграл. Вот. Математик тоже шутит, книга. Значит, мне раз... Это, да, и это опять, это спасибо читателям, меня навели, значит, слушатели канала на это. Вот, мне рассказывали, что одно время среди первокурсников мехмата была популярная игра в определитель на деньги. Двое игроков чертят на бумаге определитель, по очереди заполняют, определитель считают, и с учетом знака это и есть выигрыш. Вот. Значит, должен вам сказать, что когда мы недавно на школе Лэш с Женей Смирновым, работающим математиком, попытались решить хотя бы игру 2×2, это нам удалось с третьей попытки. В игре 2×2 уже не очень тривиально, хотя там есть совершенно четко и понятное, когда вы долго подумаете, совершенно вот сразу, ну, первое и второе, что приходит в голову в игре определитель 2×2, где 1, 2, 3 и 4, оказывается неправильным ответом, как правильно играть. Можно полностью все досчитать, выигрывает первый, выигрывает 2. Попробуйте понять, как это нужно делать. В игре 3×3 я не знаю, как играть. Я не знаю вообще, известна ли выигрышная стратегия, но, наверное, компьютеру известно, потому что здесь перебор не очень большой. Но реально ее применение практически невозможно, потому что много еще помнить, так что я вам просто рекомендую ее. Вот. Играйте в свободное время. А я хочу в завершение вам рассказать про империю математики, которую мы строим. Все, можно в очередной и последний раз сменить, значит, шинели на юбочки, да, или как там, в общем, на платьице. И, значит, я здесь сейчас напишу все наши ресурсы, куда я приглашаю каждого из вас. Вот.
Значит, вот это называется первый канал. Когда-то мы просто это называли математика просто, ну, он так и называется в интернете, но в какой-то момент у нас появился второй YouTube-канал, и мы все время говорили, на втором канале, на втором канале, на втором канале, все ржали. Я говорю, ну раз все ржут, тогда давайте первый, назовем первым каналом. У нас телевизора нет, поэтому я не знаю, чего все ржут. Но, видимо, это что-то связано с телевизором. Поэтому первый канал, у него вот такой адрес, youtube.com/c/bankmathematics через U, bankmathematics. Вот, и здесь находятся несколько разделов тематических. Один из них — это такая как бы вся математика, банматематика. Я ее начал записывать, сейчас немножко приостановил, потому что не могу в голове привести порядок, но все это будет продолжено обязательно. Второй там, один из, еще раздел называется «Олимпиадные задачи», там некоторые задачи разобраны, там будет очень много всего, пока там мало, пока на данный момент роликов, но тоже есть. Ну еще разные, то есть это как бы, да, сюда же попадают все открытые лекции. Вот, например, вот эта лекция, которую мы сейчас читаем, она туда попадет, и, соответственно, все могут смотреть после этого во всех городах. Лекции, конечно, частично повторяются, потому что все-таки, хоть у меня тем и немало, но лекций по городам гораздо больше, чем тем. То есть, допустим, у меня 50 разных тем, а лекций там в год уже 200-300. Вот. Так что там, ну, в разных городах бывает, там, если вы видите похожее название, значит, вторую уже смотреть вряд ли имеет смысл, только если вам, ну, не знаю, хочется там поржать над шутками, которые обычно разные бывают. Вот. И есть второй канал. Значит, второй канал называется «Маткульт». Да, этот канал «Математика просто». Математика просто. Второй канал называется «Маткульт привет». Мат, ну как физкульт привет, да, бывает? А тут «Маткульт привет». Раньше он назывался «Саватеев без границ», «Саван Лим». А сейчас он называется «Маткульт привет», и на нем, ну, грубо говоря, все кроме математики. Ну и математика тоже все равно есть немножко. То есть она как бы туда попадает побочным образом, но, например, на... Недавно там вышло огромное интервью, беседа с моим учителем Александром Ханевичем Шинем, который некоторым из вас наверняка знаком по книгу, по книгам по программированию, по там, русификациям теха и так далее. Вот. И у нас беседа на 2 часа, и внутри нее он, например, очень понятно прямо по полочкам раскладывает, что такое NP-полная задача и что это за проблема по неравной NP. То есть вроде беседуем, музыка, то все, поем песни какие-то, потом раз он объясняет про по неравной NP. Вот. Ну, в общем, на самом деле математика есть везде. У нас везде, что бы мы ни делали, у нас всегда получается все равно математика, в конце концов. Поэтому вот этот канал, значит, я не могу сейчас дать вот полный адрес, потому что он с какими-то процентами, плюсиками и так далее. Здесь нам дали, когда в 10 тысяч подписчиков стало, а этот еще нет, он, на нем мало народу, пока 3 тысячи только человек там с лишним. Поэтому я призываю всех помочь нам довести его до 10 тысяч, и мы получим нормальный человеческий адрес, там, например, «Маткульт привет» или что-то такое, что можно уже передавать дальше в качестве ссылки. А пока он здесь указан, вот, ну, типа, интересные каналы. Там же, кстати, «Химия просто», которую я всегда всячески рекламирую. Вот, это Александр Иванов из Екатеринбурга, он наш такой, как бы, ну, он такой старший товарищ, очень младше меня намного, но в делах интернета он гораздо более продвинутый, он очень много советов давал и предложил это имя. То есть «Химия просто» предложил нам стать «Математика просто». Это его подарок. Вот. Значит, дальше есть «Саватеев XYZ». Это сайт, на котором слито все на свете, все, что было еще до этих каналов, там 700 лекций примерно, находится. И там же для ваших детей 100 уроков математики. Значит, в принципе, сегодня можно не жаловаться на умирающее образование, а получать его в интернете, и вот адрес. Заходите сюда, и не жалуйтесь больше на Минобра, просто его игнорируете. Получаете... Вот. Также здесь можно бесплатно скачать книгу «Математика для гуманитариев», которая там лежит, для тех, кто готов потратить денежки
на благое дело продвижения математики и библиотеки Молчанова одновременно, и то, и другое. Вот, и я все эти книги подпишу. А теперь спасибо за внимание. Да, еще контакт. Контакт Алексей Саватеев. Вот и подчеркивание. И Инстаграм, который я здесь адрес не пишу, но он есть. Есть еще Фейсбук, есть Инстаграм. Ведут в основном волонтеры, в основном. Но иногда и я, всякое бывает. Иногда залезаю. И ЖЖ, который веду только я. Так, ну вот. Собственно говоря, а ЖЖ просто Саватеев. Просто Саватеев. Вот, значит, Саватеев Libjournal.com. Так, здесь Инстаграм, здесь FB написано, просто красный списался. Так, дорогие друзья, я желаю вам самого классного и плодотворного учебного года. Вот. Будьте оптимистами, все худшее впереди. Вопросы. Есть вопросы? У матрицы, ну, это значит, если написать систему линейных уравнений из трех неизвестных и справа поставить столбец каких-то значений, то если ты будешь решать ее, вот прямо, знаешь, избавляясь там от x, потом от y, то у тебя получится выражение, что z равно некоторой жуткой конструкции вверху делить на некоторую жуткую внизу. Вот эти жуткие конструкции являются этими определителями. Но конкретно это... Ну да, на самом деле, давайте действительно скажу. Значит, этот умножить на этот умножить на этот, плюс очень классная конструкция будет 2 Магендовида. Вот такой Магендовид. И это со знаком плюс идет каждое из выражений. То есть это умножить на это умножить на это, плюс это умножить на это умножить на это, плюс это умножить на это, плюс это, ну, ой, это на это. Это первый Магендовид, это положительный Магендовид. И есть еще отрицательный Магендовид, который отражен на соответствующий угол. С минусом входят этот на этот, вот этот на этот на этот, и этот на этот на этот. То есть 6 слагаемых, 3 с плюсом, 3 с минусом. Нас так учили просто в 7-й школе, что нужно нарисовать 2 Магендовида и провести палочку внутри. Вот, Рафаэль Калмович Гордин, Александр Ханч Шени, Аркаша Вейнтроп нас учили тому, как запоминать этот самый определитель через Магендовиды. Вот, так что вот очень легко, действительно, я на всю жизнь запомнил. Еще вопросы? А ты просто получил кучу ферместов? Ты на них отвечаешь? Иногда они настолько прикольные, что я даже отвечаю. Но в основном я пишу... Ну, я не могу... Я стараюсь прочитывать. Но на самом деле уже копится некоторое количество писем, которые я не могу прочесть. Если письмо больше, чем полстраницы, вероятность того, что я его прочту, очень низка. Ну, в смысле, если от незнакомого человека. Вот. Но вообще письма там длиной 2-3 строки я стараюсь читать. Как ни странно, переписка чуть-чуть действительно приутихла после того, как я очень грозно в интернете заявил, что я совершенно не ассенизатор вообще. Ни разу я не ассенизатор, а популяризатор. И, пожалуйста, не присылайте мне запечатанный в конверт соответствующую субстанцию, а сразу в унитаз. Тут же. Вот. И писем стало меньше. Ну, плохих, а хороших больше. Ну и потом я написал, что я не считаю слишком длинных, мне стали коротко писать. Алексей, я доказал теорему Ферма. Правда. Таких, ну, я не знаю, что ответить. Тут сложно что-то ответить. Но стало хуже, на некоторые лекции приходят люди и вручают рукописи. Вот физически на одной из лекций в интернете записано, как я отказываюсь от рукописи, и мне ее прямо всаживают. Вот, просто буквально в Нижнем Новгороде было недавно. Вот, это, конечно, жесть полная. А, нет, это было. Нет, всаживали в Москве, а там очень застенчиво предложение взять. Я отказался. Ну, понятно, в Москве культура другая, надо всаживать, а в Нижнем Новгороде очень вежливо. Но ту же самую субстанцию, естественно. Так, еще вопросы? Неужели нет вопросов? Вот это да. Ну тогда еще раз вам огромное спасибо, что вы пришли. В понедельник пришли, это же круто. Понедельник. Вот. И всем удачи и до новых встреч в Иркутске когда-нибудь.